Сегодня на ужин буду готовить куриную грудку с овощами. Для этого сейчас все порежу и буду тушить, жарить просто на сковороде. Мне еще надо будет, кроме куриной грудки, соль, перец. Жарить буду на топленом сливочном масле, масло ги. Добавлю потом сметану, немножко домашнего красного вина, ну и овощи. Я люблю перец сейчас такое время, что как раз перец хороший с огорода еще есть. Лук и морковка. Сначала все порежу кубиком. Так, разогреваем сковороду. Кладу масло. Масло ги, оно очень хорошее. И блюдо, приготовленное на таком масле, намного вкуснее. Поэтому пробуйте. Потому что такое обычное масло, оно будет гореть, потому как там есть еще белок и жидкость, вода, влага. А вот ги, оно, видите, растапливается очень хорошо. Вот. Если взять и подсолнечное масло, то оно тоже при нагревании делаются там канцерогены, да? Превращаются в жир, превращается в оливку, да? Вот, и тоже плохо. А на таком масле очень хорошо. Так, разогреваю сковороду, ставлю на такой хороший огонь. И обжаривать мясо буду на хорошем таком сильном огне. Когда уже пошел хороший запах с мяса и оно подрумянилось, высыпаю лук и обжариваю его. Когда лук немножко обжарился, добавляю морковку и через пару минут перец. Так, перчим, солим по вкусу. Так, выливаю сюда вино. Высыпаю сразу же сметану. Все размешиваю. Накрываю крышкой. И оставляю еще минут на 10 потушиться. И таким образом за 20 минут наше блюдо будет готово. Выключаю газ. Уже приготовилась. Добавляю чуть-чуть зелени. И наше блюдо готово. Всего приятного аппетита. Готовьте. Это очень вкусно, очень быстро, очень просто. Будьте здоровы, до следующих видео.